действительно выдающаяся личность, действительно эта история большая. Наверное, все слова я сейчас не смогу подобрать, а биографию вы уже слышали, повторять не будем. Вот я несколько слов, наверное, Сергей Федорович скажет, и мы потянем за вот эту... Спасибо, Валерий Ильич. Действительно, конечно, сегодня исторический день в жизни нашего университета, потому что открывать прекрасный, узнаваемый барельеф великого учителя, конечно, это большая честь, я думаю, для всех, для нас присутствующих. Конечно, это великий учитель, великий педагог, великий артист, великий культуролог, который, собственно говоря, во всех этих ипостасях преподавал в нашем прекрасном тогда первом меди, первом медицинском институте. И это счастье, что он ведь одно время, во время войны, переехал в Красноярск, там открывал медицинский институт, а потом вернулся и возглавил, и продолжил руководство кафедрой в первом меди. Поэтому спасибо, что сегодня все эти традиции чтутся, что сегодня у нас много гостей из разных регионов, из разных учреждений, и все хотят почтить память этого великого учителя. Михаил Григорьевич здесь, потому что каждый студент 1 сентября, приходя на первый курс, должен видеть, что он учится в достойном университете, и здесь работали и работают достойные учителя. Я считаю, что профессор Кривец был первым анатомом в нашей стране, который ввел в анатомический оборот рентгеновские лучи, рентгеновский метод.